Вот, пожалуй, все, что мы главное могли сказать о этом выдающемся французском писателе романтики. Ну и в завершение мы, конечно, должны отметить, что мы уже говорили о том, что Виктор Гюго создает романтическую школу Франции. Он, по существу, ее отец. И огромное количество романтиков выстраивается, так сказать, следом за ним. И поэтов, и прозаиков, и драматургов, которые, конечно, принадлежат к этому выдающемуся совершенно конгломерату французских романтиков. Ну, мы, конечно, будем говорить и о Дюма, и будем говорить о многих других представителях этого направления, которых мы, конечно, тоже не можем обойти вниманием. Но вот они все вырастают, вот, так сказать, на вот этой благодатной почве, которую, так скажем, взрастил, удобрил и подготовил своим появлением в литературе французской и мировой Виктор Гюго. Один из ближайших учеников, по его собственному признанию, почитателей, верный паш иногда, так сказать, его называли, Теофиль Готье. Ну, конечно, человек более, так сказать, молодой, там полтора десятилетия примерно их разделяет по возрасту. Вот человек, который с большим очень таким пиететом, внутренним восторгом по существу относился к творчеству Гюго, и который вместе с тем, будучи романтиком, одновременно проявил себя как настолько разносторонний представитель культуры в целом, не только, так сказать, художественной литературы, что, так сказать, не мог не стать самостоятельным заметным явлением во французской литературе. Жизнь его была короче, он даже, так сказать, и умер лет на 10 раньше, чем, собственно, Виктор Гюго. У него не была такая вот бурная с определенными, там, сказать, трагедиями личная жизнь, довольно ровная такая, так скажем. Не было, так скажем, в этой жизни каких-то, так скажем, бурных романов, которые бы можно было, так сказать, поднять на пьедестал. Но в этой жизни было много, так скажем, маленьких разочарований. Маленьких в каком плане? Ну, скажем, некоторые произведения Теофиля Готье воспринимались весьма и весьма неоднозначно. Различные слои общества относились различным образом к тем или иным его произведениям, которые порою очень сильно ударяли по общественной нравственности. И в этом плане Теофиль Готье, возможно, в какой-то степени, так сказать, предвосхитил отдельные моменты, я не побоюсь этого, так сказать, модернизма. В некоторой степени он предвосхитил определенные натуралистические тенденции в классическом реализме, то есть вот в той области, которая потом получила название натурализма, уже в творчестве там братьев Гонкуров, в творчестве Эмиля Золя и многих других. То есть вот такой довольно синтетический вариант писателя, который в своих произведениях, конечно, выходил за узкие такие рамки классического представления о романтизме.
Вместе с тем, его романтические произведения, конечно, были тоже очень многообразны. Вот у нас здесь есть в этом плане на что обратить внимание. Вот, скажем, роман Теофиля Готье «Капитан Фракас». История о том, как молодой, не очень знатный, но тем не менее известный французской фамилии дворянин, совершенно бедный, обедневший семьи, фактически по любви, влюбившись в актрису, не испытывая никакой привязанности к своему родовому гнезду, отправляется вместе со странствующими актерами играть вместе с ними, исполнять классическую масочную роль капитана Фракас. И все события, которые из этого вытекают, абсолютно костюмные, абсолютно в духе Дюма, так сказать, касающиеся вот того периода, который связан там с Людовиком XIII, с Людовиком XIV, вот этого периода исторического, и все события вокруг этих удивительных путешествий труппы актеров при участии обедневшего барона. Да? Это один вариант, один Теофиль Готье. Роман «Мумии» – произведение в определенной степени мистическое, вместе с тем историческое, адресованное уже совершенно другому периоду, периоду Древнего Египта. И это тоже Теофиль Готье. «Два актера на одну роль» – книга. Здесь собраны произведения Теофиля Готье, которые, ну, новеллистические произведения, то есть новеллы, которые в основном, если вот их посмотреть, они адресованы, так сказать, содержательно в большей степени мотивам, которые свойственны немецкой классической школе. Вот они вполне в некоторых своих проявлениях созвучны тем произведениям, которые мы привыкли видеть у Эрнста Теодора Амадея Гофмана. То есть, так сказать, вот такая сказочная, мистическая совершенно атмосфера этих произведений. Вот такая книга Теофиль Готье «1002 ночь», в которой, опять-таки, есть и новеллы, в том числе и дублирующие предыдущую книгу, но есть и роман «Мадемуазель де Мопен». И это уже совершенно другой Теофиль Готье. Это авантюрный роман, это любовный роман. Более того, это роман переодевания, роман плаща и шпаги, но главным персонажем является женщина, которая не просто переодета мужчиной, но фактически в своих жизненных проявлениях выступает как женщина нетрадиционной фактически ориентации. То есть она бисексуальна по определению самого Готье. Она, так сказать, заводит романы и с мужчинами, и с женщинами. И то, что, так сказать, здесь представлено и было как раз одним из элементов, которые, так сказать, в раннем творчестве Теофиля Готье, которые просто шокировали современную ему читательскую публику. Вот. Тем более, что речь-то идет как раз о правящих классах, о сословиях высших французских. И вот с этой точки зрения мы видим, что уже даже вот анализируя, так сказать, просто последовательно те произведения, что они действительно относятся к совершенно разным, так скажем, внутри этого огромного романтического направления, к самым разным видам романтического творчества, которые
тяготеют и к историзму определенному, и к мистике, и к фантастике, и к, в отдельных по своих проявлениях, к реализму, и к эротизму, и к чему угодно. То есть совершенно удивительный вот такой романтический писатель Теофиль Готье. Ну, книги эти, вот «1002 ночь» — это романы, новеллы издательства «Эксмо Москва», 2007 год. «Два актера на одну роль» — это издательство «Москва», правда, 1991 год. Роман «Мумии» опубликован издательством «Алитея» и акционерным обществом «Комплект» в 1993 году. Это тоже Санкт-Петербург. И, наконец, «Капитан Фракас», который у нас вот здесь представлен, это издательство «Беларусь», Минск, 1994 год. Вот видите, как широко представлена география издательств. Не так давно, в 17 году, было предпринято издание шеститомного собрания сочинений Теофиля Готье, который, конечно, включает все эти произведения и некоторые другие. Поэтому, конечно, желающие могут свободно приобрести и это шеститомное собрание сочинений и познакомиться, так сказать, системно, более системно, может быть, с творчеством этого писателя. Но это не весь Теофиль Готье. Теофиль Готье — это еще и журналист, крупнейший, выдающийся журналист Франции 19 века. Огромное количество журнальных газетных публикаций, которые по своему жанру отнесены к фельетонам, которые, к сожалению, конечно, в большинстве своем не сохранились, разойдясь по газетным публикациям. Но достаточно сказать, что, так сказать, практически посмертная опись, так сказать, творческого наследия Теофиля Готье включала 2 тома только перечислений тех произведений, в том числе и журнальных, и газетных, которые, так сказать, были им оставлены. Вот. Ну и, наконец, есть третье лицо у Теофиля Готье. Это, конечно, Теофиль Готье — путешественник, который посетил, ну, практически все крупные, так сказать, страны на 3 континентах, который оставил дневниковые, очень интересные дневниковые записи об этих путешествиях. И мы, конечно, не можем не обойти вниманием вот такую книгу Теофиля Готье «Путешествие в Россию». Во-первых, прекрасная полиграфия этого издания, которая, так сказать, выполнена на прекрасной меловой бумаге, значит, мелованной, с прекрасными иллюстрациями оригинальными, которые были созданы фактически к первому изданию этой книги во Франции. И здесь описывается все путешествие Теофиля Готье, очень подробно описывается Петербург этого времени, Москва, так сказать, ближнее, так сказать, Подмосковье, если хотите, то есть часть центральной России. 2 года, 2 раза предпринимал свои путешествия по России Теофиль Готье и оставил прекраснейший историко-географический труд «Взгляд иностранца на современную ему Россию». Тоже, конечно, может быть рекомендовано горячо, так скажем, для ознакомления нашим читателям. Тем более, что эти дневники, они тоже входят в состав этого самого шеститомного собрания сочинений. Есть и другие дневники, и Востоку посвященные, и так далее, которые рассказывают о путешествиях Теофиля Готье. Вот так был по существу, выглядел, по крайней мере, в самых, так сказать, ярких своих
проявлениях. Период романтический во французской литературе, который представлен двумя такими выдающимися представителями с фамилией на букву «Г», как Виктор Гюго и Теофиль Готье.